В Рыбинске два пассажирских автобуса «Неоплан» превратились в большой факел. Это видно на фотографиях, сделанных на месте ЧП. Несмотря на все усилия огнеборцев, от автобусов остались лишь металлические каркасы. Рядом находились еще 7 грузовых автомобилей, которые таки удалось спасти. Пожар произошел на частной автостоянке, расположенной на окружной дороге в Рыбинске. Не исключено, что причиной возгорания мог быть поджог с целью убрать конкурентов на рынке транспортных услуг. Трудности тушения пожара были в том, что ближайший пожарный водоем находился на расстоянии 800 метров, это улица Труда. Значит, в результате пожара уничтожено полностью 2 автобуса. Причина пожара и виновное лицо устанавливается отделом надзорной деятельности.